Всем привет! Попалась ко мне батарея от Xiaomi самоката нерабочая. На выходе с BMS показывала 2 или 3 вольта. Я решил, что возможно я смогу ее даже восстановить. Но забегая вперед, скажу, что нет. Я ее пущу на разбор и на аккумуляторы для шуруповерта. Что самое интересное, что я сначала думал, что там нерабочая одна ячейка, но как оказалось, там нерабочих 5 ячеек. То есть вот сейчас видите, 0,8 вольта показывает, 0 вольт, здесь 0,6 вольт, вот 0 вольт, нет, здесь будет 4, не туда щупальцы поставил. Здесь что у нас повыходит, наверное, будет 3 вольт, 3,9 норма. Вот 3,9 норма, 4 норма. И последнюю я уже заряжаю от IMAX, она была 0,5 вольт. То есть по факту было аж 5 ячеек полностью разряженных. В телеграм-канале один добрый человек сказал, что возможно виной всему этому пробитые конденсаторы. Я их начал звонить как резисторы. Оказалось, что 5 из них звонится как резистор. Два было сопротивлением около 2 кОм. Вот сейчас, наверное, будет один из них. Нет, здесь вот 27 Ом. Это один из пробитых тоже. И вот 1990 Ом. А те, которые работают как резистор, конечно же, не звонятся. И по ходу дела они разрядили полностью эти ячейки. И, как я сказал, 5 было разряжено ниже 1 вольта. Из этих 5, 2 в абсолютном нуле. Вообще не показывал мультиметр ни 1 милливольта. И 3 показывало около полувольта. И вот эти 3, которые хоть что-то показывали, удалось их, скажем так, толкнуть. И они IMAX'ом поднялись, но, конечно же, это не вариант восстановления батарей. То есть это как вариант использовать в дальнейших подделках эти батареи как низкотоковые, возможно, в каких-то пауэрбанках. Ну, я буду использовать в шуруповерте, посмотрим, как они себя поведут в шуруповерте. Все равно есть 5 элементов, то есть 15 ячеек, 15 элементов живые абсолютно. Батарея от слов продавца проехала около 3000 километров. Что самое интересное, что использовал он этот самокат беспощадно. Я как увидел этот самокат, то просто плакать хотелось. То есть мне очень жалко стало этот самокат. Там крыла заднего нету, все побитое, все покоцанное. Но что самое интересное, что он поставил туда кастомную прошивку. Он игрался с этими прошивками, наверное, как хотел. Сильно не задумывался. И ездил на нем долго, нудно. Аж 3000 километров, с его слова. Потом в какой-то момент перестал работать. Я эту батарею у него выкупил, по сути дела. Хотел поиграться. Сначала я даже думал, что я смогу ее восстановить и использовать в своем самокате, который проехал уже 6000. Все-таки это с пробегом менее, пускай даже с разряженными элементами, но она бы выдавала больше емкость, чем моя. И я бы еще этот сезон откатал, возможно, даже больше. И нормально бы ездил. Заодно бы и проверил, как все это восстановление IMAX'ом работает. Здесь я показываю, как я подписал для себя, по сути, батарейки, которые были 0,5 вольт, которые 0 вольт. Те, которые 0 вольт, они вот, я их даже вырвал от никелевой ленты. И по факту я немножко даже чуть разочаровался, потому что выглядит, что эти конденсаторы плохого качества или кастомная прошивка убила эти конденсаторы. И таким образом конденсаторы разрядили 5 ячеек, и батарея, конечно же, пришла в негодность. Жалко за батарею, жалко за самокат. Но люди, как оказывается, наверное, в 90% случаев используют технику, ну, как вещь, которую просто надо использовать, сильно не понимают, ну, им и не надо, наверное, как это работает, как лучше использовать. И вот имеем такой печальный опыт. Я эту батарею буду разбирать, я буду использовать элементы для дальнейших каких-то хоббийных штук.
Хочу перевести шуруповерт. Один я хочу подремонтировать батарею от шуруповерта. Просто поменяю все 5 элементов. Один буду никель-кадмий переводить на литий. Ну, это заеженная тема. В интернете миллион видео об этом. Вот такое вот получилось видео. Всем спасибо за просмотры. Хороших покатушек. Чтобы батарея у вас служила долго и счастливо. Все, всем пока.